О, привет! Заходи. Только сначала вытри ноги и подпишись на канал. Проходи. Кто такой доктор натуропатии? Совсем недавно я получила этот статус, это звание, потому что я закончила Российский институт инновационной натуропатии, получила диплом, все как положено, и посыпались вопросы. От чего я буду лечить? Друзья, хочу немножко развеять туман над этим словом, словосочетанием «доктор натуропатии», потому что очень многие по ошибке думают, что если я доктор, то значит я должна кого-то лечить. Друзья, давайте откроем Википедию или толковый словарь или еще какой-нибудь источник, где объясняется значение слова «доктор», и мы увидим, что слово «доктор» имеет два значения. Первое – это ученая степень, то есть статус или звание «доктор» может носить любой человек, не имеющий отношения к медицине, который получил какую-либо ученую степень в какой-либо отрасли. Так, например, может быть доктор математических наук, доктор химических наук, доктор педагогических наук и каких угодно любых других наук, в том числе и доктор натуропатии, то есть это человек, обладающий той или иной ученой степенью. И слово «доктор» в переводе с латыни означает учитель, коуч, ну, тренер, можно так сказать. То есть это человек, который учит. И второе значение у слова «доктор» – это то, как в простонародье называют врача. Врача официальной медицины, который действительно лечит. Вот эта путаница, она вносит какой-то бардак, какую-то неразбериху, и некоторые меня даже упрекают в том, что вот, мол, у тебя нет медицинского образования, а ты называешь себя доктором. Да, я называю себя доктором, несмотря на то, что у меня нет медицинского образования, но я, собственно, и не заявляла нигде, что я училась в медицинском институте и что я собираюсь кого-то лечить. Доктор натуропатии не лечит, он учит людей тому, как оздоравливать себя, свой организм с помощью природных и естественных методов. То есть искать внутренние резервы и ресурсы в самом организме, чтобы восстанавливать себя, чтобы излечивать себя от тех заболеваний, которые человек уже приобрел в течение жизни. И если вы еще сомневаетесь в том, что можно своими собственными силами излечить себя от различных заболеваний, то вам как раз на мой канал, потому что он как раз об этом, потому что я сама излечила себя от разных заболеваний и привела себя в хорошую физическую форму. То же самое делают масса моих клиентов, которые проходят через мои консультации. И точно так же, как я излечиваю свои заболевания, приводит себя в хорошую физическую форму, снижают свой вес и так далее, нормализуют свое питание, то есть приходит к своему естественному здоровому состоянию, не используя медикаментозные средства. Вот именно в этом и заключается суть натуропатии. И именно в этом и состоит миссия доктора натуропатии, чтобы учить вас вот этим всем премудростям. И, между прочим, в свою защиту я могу сказать, что в программу Института натуропатии, который я закончила, вошло очень много базовых медицинских предметов, начиная с анатомии, физиологии, цитологии и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому каким-то боком
а может быть даже и двумя боками, я все-таки прикоснулась к медицинским наукам, к основам медицины. И это естественно, потому что если мы говорим об оздоровление организма своими собственными силами, своими ресурсами, то мы, конечно же, должны знать, мы доктора натуропатии, мы должны знать, как устроен наш организм, как там все функционирует, и мы должны этому учить и наших подопечных. Вот, собственно, чем собирается заниматься доктор натуропатии Ваша Баячья. Пока, до встречи. И посмотри еще вот это видео. Увидимся.